Достаточно ли там оборонных сооружений, армии для защиты? На данный момент подведена тяжелая техника Марьинку, Красногоровку. Укрепляются блокпосты. Я, по крайней мере, не вижу проблемы в этот момент. Да, есть ДРГ, который нарушает спокойствие, но проблема уже... Мы перешли тот рубеж, ту точку, которая была невозврата в Марьинке и Красногоровке.